опять эта камера. Думаю, нам ее съесть. Куражник. Аккуражник. У кого? Шило в попе. Кто такой заводной? Ну, Бэть, ты мне не мешаешь. И сразу я как звезда, которые, да, собирали стадионы и дворцы спорта, и это было действительно сразу 10 лет. Что, сильно заметно? После родов собака где-то после 2 месяцев очень-очень сильно теряет шерсть. Становится вообще чуть ли не лысый. Чуть не лысой мамка стала. Ну, говорят, еще полысеет. Нам сделали клеймо, заклеймили. Как, ну, как крупнорогатый скот какой-то. Да? Покажи свое клеймо. Колопуц, покажи свое клеймо. Где твое клеймо? Покажи, покажи. Покажи свое клеймо. Тихо, тихо, тихо. Вот такое у нас. Да уйди ты, Бетти, дуреха. Вот такое клеймо у нас. Вот нам татуировку сделали. Татуировку сделали. Да? Дня два. Все это немножко болело и сохло. А сейчас все. Через 2 дня все прошло. Вообще ничего не помню, ничего не знаю. Как будто ничего и не делали. Да, Карлопуц? Как будто ничего и не делали. Красавчик. А, красавчик. Люблю куражиться. Люблю куражиться. Люблю. Вот такой я. Колопуц. Вот так вот я люблю. Играться. Куда побежал? Опять ты ее вылезал. Придавила на тебя лапой. Уже в конце советской эпохи мы с 2 трейлерами, с аппаратурой, со всеми техниками, как настоящие звезды, ездили по Советскому Союзу. Когда все, так сказать, рухнулось, все развалилось, и это стало уже очень дорого. Работать-то надо было, и мы работали какое-то время под минусовки и до сих пор. Это лечи один музыкант. Минусовки – это когда записан оркестр, да? Просто музыка. Музыка, записан, да. Да. То есть музыканты не принимают участие, а певец все равно поет в это время сам. И это стало нормой работы, если называют более богатый заказчик. Эй. Пожалуйста, хоть с большим оркестром. С музыкантом. А если есть маленькое выступление, тогда с минусовкой. Вы любите вот сам этот процесс пения? Может, я кого-то огорчаю, но мне не нравится выступать. Mm-hmm. Я не та, которая в углу могу бы просто фоном кого-то петь. Да, да, да. Когда я говорю, меня больше просто не приглашайте, я фоном петь никогда не буду. Понятно. А я, если я выйду, это значит, я вышла. Да, понятно. То есть вам нужен зал, поклонники, да. Внимание. Да, злой. Игру. В другую сторону, и мне хотелось петь, и я встретилась с твоим нынешним мужем, с кем мы уже живем, он видел во мне звезду, я помню, мы были в филармонии,
И тогда директор Яковела там рядом был, и он спросил у него, ну как там, можно все-таки там тоже, чтобы Аня как-то стала, ну, есть работа там такая, чтобы звездой, что... А директор Яковлев сказал, ой, знаешь, там все места заняты, туда уже, ну, чтобы... Ты можешь там просто, но то, что такого нет, это почти невозможно. Может, это его красота, я не знаю. Но он пришел тоже работать в филармонию и стал директором нашего коллектива, теперь называется продюсером. Я не знаю, если меня стала бы такая, ну, могла бы. Я одинокая женщина, это я не представляю. Всегда хорошо, когда у артистки рядом есть муж, или он директор, или там музыкант. Но что бы они делали, одно и то же дело. Когда не понимаешь, да, чтобы рядом. И рядом тогда можно объездить весь мир. И... А он как-то терпел ваших поклонников? У вас наверняка море. Ну, он дает. Кто же так поздно к нам стучит? Еще раз стучат. Я думаю, что это такое? Он пошел открыть, и там такие грузинские мужчины с цветами. А можно на английский смотреть? Ну, это уже 12 ночи. Он говорит, ну, извините, все хорошо, но может, она уже спит? Я говорю, ну, что, тебе жалко, что ли? Ну, я тогда цветы, все. Нет, они очень культурно, но это... А я за там слышу, тебе жалко, что ли? Поклонниками все хорошо. А ребенок где был все это время? Ну, на самом деле, если мы были на гастролях, дочка, конечно, была с моей мамой. Но я родила, мне было 21 год, и вот мои мысли, что если мама вырастет,